Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр на Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, Паринов Сергей, маркетинг-директор компании «Бондиэль Евразия Рынки». И Елена Цекич, коммерческий директор компании «Бондиэль Евразия Рынки». Собственно, мы хотели сказать о том, что «Бондиэль» — международная семейная компания. Наша основная миссия является вдохновлять людей на растительное питание, потому что это правильное решение с точки зрения здоровья людей и с точки зрения здоровья планеты. Вот. На самом деле на рынке России «Бондиэль» знают очень хорошо. Мы очень сильный бренд в категории консервированных овощей. На сегодняшний момент мы понимаем, что пришло время развития в новых категориях, в новых пространствах. Категория замороженных овощей сильно недопотенциализирована на сегодняшний момент в России. Мы это видим по уровню потребления на душу населения в Европе или Соединенных Штатах Америки versus Россия. Но для этого развития нужно концептуально менять подход. Мы полностью локализовали производство. У нас есть свой собственный завод в Белгороде на сегодняшний момент. Мы работаем, консультируем фермеров Черноземья, потому что на самом деле выращивать культуры для заморозки это требуется больше экспертизы, которой не настолько много именно непосредственно у российских фермеров на сегодняшний момент. Полностью обновили ассортимент, мы понимаем потребителя. На самом деле это очень удобное, вкусное решение, которое может быть здоровым. То есть это такой очень хороший комплекс. Но на сегодняшний момент, наверное, основная задача для нас – это вместе с ритейлом развивать эту категорию. Ну и, собственно, почему мы находимся здесь на неделе ритейла? Мы хотим активно продвигать то, что мы делаем в категории. Но, к сожалению, сейчас пока ситуация такая, что Эпиндель работает так, что одни, сами мы этого сделать не можем. Пока категория для нас не прибыльная, даже убыточная. И наша задача сейчас найти точки соприкосновения с ритейлом для того, чтобы делать какие-то пилотные проекты, для того, чтобы совместно инвестировать в категорию и ее развивать. Я как конечный пользователь и покупатель очень хочу, чтобы ваши начинания услышаны были ритейлом и чтобы мы как пользователи и любители ваших продуктов скорее на полках нашли эти полезные, замечательные замороженные овощи, и это будет всем приятно, и надеюсь вам тоже, и надеюсь, что мы догоним и перегоним Европу с Америкой в этом плане. Спасибо вам огромное и надеюсь, ритейл все услышит. Спасибо вам большое. Спасибо.